в этой серии «Школа ТО». Я взял голд! Голд! Я взял! Танки мои, любимые! Танки мои, любимые! И всем привет, дорогие друзья, с вами Патриот России, и это очередная серия «Школа ТО» под номером 25. Ребят, я посмотрел статистику под предыдущей серией, там 12 тысяч, почти 13 тысяч просмотров, и подумайте, всего 75 комментариев. Мне как-то даже грустно стало, то, что никто меня не комментирует практически. Так что, ребят, не поленитесь прямо вот сейчас, вот напишите в комментариях, из какого вы города. Просто для интереса хочу почитать, где меня смотрят. Вот прям остановите видос. Напишите свой город, я почитаю это все, такую для себя небольшую статистику сделаю, ну и мне будет приятно то, что вы комментарии оставите. Спасибо, ребят. Ну и первое видео на сегодня называется «Танки онлайн с Евгешкой номер один Gold». Канал 3 подписчика, 122 просмотра, 3 лайка, 2 дизлайка. Не лените все комментарии читать. Пусть хоть серия маленькая, но я успею на новобранца поймать голд. Все, больше ничего. Давайте смотреть, что же это за серия с голдом. И всем привет, дорогие зрители, с вами Евгешка. Сегодня мы поиграем в танки онлайн. Вот я создал новый аккаунт. Никогда не понимал людей, которые создают вторые аккаунты, не имея какого-то скилла, потому что, как вы посмотрите по его игре, он вообще там башни не будет крутить, вообще не очень силен. Ну и смысл создавать еще какой-то аккаунт и играть в нем. Ну, ему повезло, в этой битве кое-что произошло. Но об этом чуть позже. Почти в каждой серии ШТО я говорю школьникам, что надо сначала загрузиться в битву, а потом начать съемку, потому что половину ролика вы просто будете загружаться в эту карту. Вот хорошо, прям вот смотришь на карту и вот прям, ну хочется, чтобы поскорее лето наступило. Что, простите, смотришь на карту и хочешь, чтобы быстрее наступило лето, а как танки и лето связаны? Я понимаю, там на карту Рио зашел, там пляж, все дела, возможно, напоминает как-то лето, но как карта Сандал может это напоминать? Я не понимаю. Титана рельса? Да блин, а кто смог? Кстати, у Смоки действия после выстрела есть. Я вот это давно еще заметил. Что еще за действие после выстрела? Я понимаю, что после 6 выстрелов бывает крит, но крит называть действием, и он говорит, что это после каждого выстрела, как-то странно. Напишите в комментариях, что это за действие такое. Ай, черт! Я как-то заглючил. Сам не компьютер, а я. Компьютер? Ребят, я первый раз слышу, чтобы компьютер называли компьютером. I like to move it, move it. Как переводится I like to move it, move it? Знаете, за просмотрами видео для школ ТО я замечаю, что у некоторых школьников бывают всякие всплески, то есть они во время записи начинают петь, там, я не знаю, стишки какие-то сочинять, какие-то там фразы говорить. Один вообще про пирожки нес, если вы помните эту серию. Тут вообще он из Мадагаскара вспомнил. Ну, к чему это? Ну, а самый последний, новобрашка, конечно. Я новобрашка, барабашка же, барашка. О чем, в принципе, я и говорил несколько секунд назад. Скоро будет голд! Голд! Ну вот мы и дождались, наконец-то, Сирена, и будем смотреть за его реакцией. Да, кстати, ребят, ему повезло, он новобранец, а у него золотой ящик. Не у каждого такое бывает. Офигеть! Я новобрашка, и уже у меня голды! Голд! Скоро сбросят голд! Ну, убивай меня, парень! Голд! Это офигенно! Сейчас ищем зону голда, где он упадет. Надеюсь, все, кто сейчас играет, они нубы. Вот он. Да вы смотрите, какой везунчик! Он еще и точку нашел. Вот он, голд. Зона голда. Ха, смотри, никто даже не хочет брать. Я сейчас, если возьму, это будет супер. Нет! Черт! Я взял голд! Голд! Я взял! Вы слышите, сколько радости в его голосе? Я предлагаю вам перейти на это видео и просто его поздравить в комментариях. Ну,
Не каждый новобранец соберет голд. Ну давайте посмотрим, какие у него там эмоции дальше будут. Голд, я взял! Что? Что это сейчас было? Ребят, это не моя вставка, мне сейчас лень все эти вставки делать, времени у меня в принципе нету. Но вот эти мусульмане, которые сейчас танцевали под этот дабстеп, это просто было что... Это что-то, ребят. Я вот сейчас действительно угарнул над этим. Респект чуваку за эту вставку. Вообще супер. Прикиньте, если я в каждом ЗЛП после каждого взятия голда будет эта ставка у меня. Офигеть! Это называется читерство, новобранец взял голд. Это жесть. Чё? Офигеть! Чувак, ты видел? Ха-ха! Ты лоханулся. Сейчас бы разговаривать с игроками, которые тебя не слышат. Голд, я взял его, я взял голд! Голд. Супер голд! Надеюсь, у него после этого голда крышу не снесет, потому что если он сейчас начнет петь, это будет вообще жесть. Я взял голд! Я взял! Скажу друзьям в школе, что я взял голд, они не поверят, но я скажу, чтобы посмотрели это видео в ютубе. Вот было бы здорово, после каждой серии школ то прихожу в школу и говорю: ребят, я снял новую серию, быстрее все посмотрите ее. Было бы здорово. В этом видео, в принципе, ничего интересного не осталось, поэтому завершаем, школьник там попрощался. Ну а мы переходим ко второму видео. Второе видео на сегодня называется «Обзор комплекты в Танакай Онлайн N2 Комплект Яшир». Еле-еле это прочитал. Сразу говорю, это не русский человек. К акценту я придираться не буду. К самому видео придерусь. Канал называется Лорзмур Channel. 13 просмотров, 1 дизлайк. Мед 2005, скайп Блата. Жека лучший. А где патриот лучший? Ну ладно, я не лучший. Давайте посмотрим. Изусын плывет, с вами как всегда я, Лорзмур. Сейчас мы будем тестить комплект. Я шер. Значит, давайте я чуть-чуть спою. Танки мои, любимые. Танки мои, любимые. Что это сейчас было? Он только поздоровался, сказал, что будет тестировать комплект, и начал сразу петь. Я говорю, школьники во всех странах одинаковые. Вот как я говорил про всплески различные, про песенки и все остальное. Во всех странах школьники одинаковые. Запомните это. Так, значит, сейчас мы перезаряжаемся. Ладно, не буду петь. Мне надоело. Надеюсь, вам понравился мой голос. А вам понравился его голос? Мне лично нет. Вот так. Значит, я вам дам скайп моего брата. Вы добавитесь у друзги. Только я сижу у ном у 7 часов или у 8 вечера. По Москве. Поэтому звоните только тогда. Так, это ком брата. Он не очень слабенький, но ладно. Всем пока, с вами был я, как всегда я, Лорзмур. А где тест комплекта? Ты обещал тест комплекта ящера. Но ты просто пострелял, спел песенку, рассказал про брата и уже прощаешься. Ну, так не делается. Всем удачи, всем пока. Потому что я не могу больше снимать, у меня кончается место. Что? У тебя кончается место, ты снимаешь сейчас на бандикам. У тебя что, на компе настолько все засрано, все папки заняты, и вообще память уже заканчивается, что видео на 2 минуты не можешь снять? Ну, это уже перебор, ребят. Переходим к третьему видео. И третье видео на сегодня называется «Танки онлайн». Ну да, вот так просто. Ничего название это не говорит. Буду показывать это видео отрывками. Канал называется «Алинка Дубинина». 2 подписчика, 18 просмотров, 3 дизлайка. Лайков нету. Тут еще какая-то посылка. Это, в принципе, можно потом еще в школу то, ой, в школу YouTube отправить, потом посмотрю. Комментарий. Сама же она и прокомментировала. Класс. Ну, здорово. Молодец, сама себе комментируешь. Смотрим. С вами Алинка и Тёма. Сегодня мы будем снимать про танки онлайн. Как же я соскучился по видосам с камеры. Блин, это просто жесткое начало. И в первый раз вроде в моих выпусках девочка встречается. Вот серьезно, во всех выпусках были пацаны, а теперь девка. Так что давайте смотреть.
Смотрите и наслаждайтесь. Только мы сейчас музыку включим, потому что у нас большая задержка. И в первый раз я в своих выпусках вижу, чтобы школьники сидели через одноклассники. Ой, маленькая задержка. Ой, я что-то вообще тут. И вот с этого момента я буду показывать только самые интересные моменты, потому что все видео будет играть музыка, я не хочу получить еще там страйк на свое видео и все дела, поэтому сейчас буду показывать самые интересные моменты. Ты баран. Да что ты как крыса, блин? Ты говняшка. Ты руки свои в камеру засунул. Да, то, что он руку засунул в камеру, это плохо, но лучше бы он туда засунул свое лицо. Это было бы повеселее. Кукла Барби, кукла Барби. Ура! Уже второе видео с Голдом в этом выпуске. Прям здорово. Как же мне сюда вставляет на заднем плане музыка, это просто. Офигеть! Там 3000! Это потому что она... Не матерится! Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Очень странная реакция на Голд. Блин, братан, что ты мне подъехал? Барашек! Да что, баран, а ты барашек! Как смешно! Сякла покруче, чем перфон на пусия. Что такое? По законам Рамура, фисал, черная Пандора. Шики, белая Пандора. Все, ребят, я отказываюсь это дальше смотреть. Это просто жесть какая-то. Школьники поют, причем одна из них девка, смеются, какую-то дичь несут. Еще песни говняные играют на заднем фоне. Все, с меня хватит. Ну что ж, а перед тем, как я попрощаюсь, советую подписаться на канал King Cobra. На этом канале уже вышло несколько летсплеев, а также здесь проходит конкурс на аккаунт с Маршалом. Так что, ребят, переходите, участвуйте. Ссылочка есть в описании или кликайте сейчас по аннотации. Ну что ж, а на этом 25-я серия Школы ТО подошла к концу. Так что, ребят, с вас жирный лайк, а также подписка на канал, если вы еще не подписаны. Не забудьте оставить свой комментарий. Ну и ждите следующую серию Школы ТО. А также можете посмотреть предыдущую, кликнув сейчас по аннотации. С вами был Патриот России, так что всем удачи, всем пока!